Казалось, что и Бумыч не слышал ротации Элик. Ну ладно, об этом попозже, пока здесь быстрая разыгровка. Уф, Бумыч! Как затушит! Патроны заканчиваются, его пока никто не может выпустить. Обещи помогает Симпл, внедряющийся через смог. Так, нажали все-таки на паузу для себя NIP в раунде. Это было чересчур. Какие-то невменяемые прострелы от бита. И теперь только Пловски. В соло. Нужно уж думать о том, как бы девайс подбирать потихоньку. Здорово. О, как бы 1500 заработать нужно, подавать Симпу. Это нож. Да. Да, нужно было резать в такой ситуации. Серьезен. Александр Костылев. Пловски, конечно, попал на плов. Но это деньги для Саши. И вот он раунд. Вот Бумыча с диглом. Господи, как же он убил эстага, который просто бежит и спрейт непонятно куда на самом деле. Ну и потом выдержка, стабильность прицела Бумыча. Вот это то, за что капитан еще мой любим, боже мой, бит. Что это было? Видели взгляд Элика, братан? Ну не пались ты настолько открыто.